чувствительный должен быть удар, ты должен чувствовать. А бьешь, это промахнешься. Надо учитывать, что противник не балбес последний, который голову вам выложил. Он все сделает, чтобы ты промахнулся. И вот он раскрывается специально, понимаете? Раскрывается, чтобы ты ударил справа, а потом тебя ловит. А теперь побили прямой снизу сбоку. Шаг. Вы знаете, кисть работает. Очень коротко. Прямой снизу сбоку. Шаг. Прямой снизу сбоку. Скорость в ногах. Прямой снизу сбоку. Шаг. Идем, скрестный шаг. И бьем задней рукой. И опять что? Смотрите, нанес. Не потерять, не потеряться. Смотрите, справа бьем, нога под вами. Под себя ногу надо поставить. Под себя. Взрыв! Ощущение, что ты сейчас попадешь. Уверенность. Ты не промахнешься. Не потеряешь равновесие. Пошли. То есть нарабатывать надо удар задней рукой. Если не наработан, не поставлен, он никогда у вас не пойдет. Обосновились. Вот перед вами. Вы ориентир. Подбородок вот он, а не там. Вот он подбородок. Вы должны попасть. В первую очередь не ударить, а успеть нанести. Успеть надо. Оп. Удар легкий. Рука расслабленная, как клеть. Эти цели. Ты уже продумал, что ты не промахнешься. Сомнений нет. 250% ты сейчас попадешь. И попадаешь. Это рука как плеть. А на подходе кулак сжимается, и сустав выключается. И получается лом. Фиксация. Фиксированный удар. Но в первую очередь ты должен попасть. Значит, что? Оп, легкие удары. Легкие. А сейчас зафиксирую. Пошли. То есть пристреляться надо. Легко надо уметь наносить удар. Все тяжелые, тяжело бить могут. Ты не лупишь, а то как попасть. Ты лупишь. Я говорю, легко. Легко, нет. Что такое легко? Стоп. Скорость надо сбавить. Когда скорость. То есть чувствительный должен быть удар. Ты должен чувствовать. А бьешь, это промахнешься. Дело в том, что надо учитывать, что противник не балбес последний, который голову вам выложил. Он все сделает, чтобы ты промахнулся. И вот он раскрывается специально, понимаете? Раскрывается, чтобы ты ударил справа, а потом тебя ловит. То есть ты должен чувствовать, сейчас попаду. Рука расслаблена. То есть голова здесь, вот здесь голова. Вот смотри. Вот. Если ты резко бросаешь, он уходит. И ты промахиваешься. А вот рука пошла, а голова ушла сюда. Ты должен сюда. Ответьте. Или сюда. Вот. То есть учет. Да, конечно, корректив внести ты должен. Твоя задача попасть. И оп, сюда. Он уходит сюда, а ты? А ты попадаешь сюда, иди сюда. Или и снизу может быть успеешь, только надо снизу. То есть внесение корректива.
реактив должно быть. Поэтому, но самая основная нога здесь. Под тобой нога. Под тобой. Ну, пошли еще попробовали. Попробовали. То есть, кто захочет, тот добьется. Кому не дано, ну, значит, не дано. Может, другой тренер приедет, может быть, какой-нибудь. И что-нибудь вам новое внесет. То, что вам присуще вам. Дело в том, что не у всех это пойдет. Нет, не всем это надо. А теперь пошли к другой стойке. И то же самое. То же самое в другой стойке. То есть боксер должен быть универсалом. Разбил левую руку. Переходишь в другую стойку. И работаешь правой. Или разбил правую, перешел левую, с левой заходил. Поэтому координация. Нога, нога, нога. Здесь прямая должна быть. Под себя ногу, не в сторону, а под себя. Под себя ногу надо поставить. Таз вперед. Удобно должно быть. Если удобно, значит правильно. Если куда-то заносит тебя, значит ошибка. А ошибку надо быстро исправлять. Очень быстро. Какой расслабляет. А сейчас, смотрите, оп, питим, питим, поджимаем, 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 раздергиваем. Вот идем, идем, идем. И поджимаем противника, владеем инициативой. То есть устойчиво, налево и направо, перенос центра тяжести. Раскачивать корпус, корпус раскачивать. Все время раскачивать корпус. То есть создаем сложности противнику. То есть стоит только остановиться, и идет попадание. Поэтому ни в коем случае никогда не надо останавливаться. Надо все время смещаться. О, смещаемся. И все виды защиты. И все время держим напряжение и противник. Ну, пошли попробуем. Так, 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 так. Не держи руку, да, обе руки работают, обе, но он должен чувствовать себя дискомфортно. Все время держать это движение, не напрягаться, а легкость, легкость, легкость. Руки расслаблены и все время создаем сложности. Задергать, задергать, замучить противника, замучить. Как спрут, как осьминог. Представь себе, у вас не одна рука, не две руки, а три-четыре. Три-четыре. Вот, оп, сюда, 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 сюда. Выбрасываем, выбрасываем. Как вы остановились? И рука должна работать, смотрите. Передняя рука. Если она работает только так, вперед-назад, она должна работать, да? С любых положений. То есть вот, вот. Так, 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 так. Понятно? Так, хорошо. Больше, то есть активнее, активнее. То есть во всех плоскостях она должна работать. Чтобы он не знал, откуда последует удар. Если только так, это все просто, это все просчитывается. Противник должен чувствовать опасность. Расслабься, расслабься, выбрасывай, выброс, надо бросать. О! Теперь смотрите, вы должны чувствовать толчковую заднюю ногу. Вот эта рука, нога сюда, сюда. То есть вы в любой момент должны нанести удар сильнейшей рукой. О, о. То есть нога должна быть загружена. Чинты, да, нога. Нога здесь как в баскетболе. Ногу надо чувствовать. То есть в любой момент выстрел должен последовать. В
любой момент. Пошли. Ну, чувствовать ногу надо. Ногу надо чувствовать. Вот сейчас проиграли, затянили. Ты же не сними на задней рукой. И ушли или влево, или вправо. Не тянись, не надо тянуться. Ногами надо. Голову, не суть голову под удар. Идет противостояние, кто кого. Или ты его, или он тебе. То есть это психология. Поэтому ты что, должен все время его держать напряжение. Ты должен быть расслаблен и уверен в чем? Что ты попадешь. Понятно? Что ты попадешь. Ищешь, дергаешь, находишь открытые места, посылаешь удар. Не сильный, а легкий удар. В чем дело? Не сильный удар, а легкий удар. То есть найти открытое место и послать точный удар. Прицельный удар.